Ну что, выросла наша травка. Здесь просто земля, и зернышки были овса, по-моему. Не, пшеницы, пшеницы. Но сейчас они наедятся этой земли. Тут даже он, кстати, еще есть немного, не пророс. Сейчас я ее по максимуму вытрушу, и если получится. Да, пускай таскают. На! Детки, сейчас будет игра. Будет игра, ловите. Ну, это, конечно, не еда. Это просто интересный цветочек собрался вокруг травки. Видели, сколько их собралось, мои золотые? Вот. Какая интересная штуковина. Какая вкусная. Энька уже жует. Всех выгоняет. Энька, ну поделись. Я же это кинула, чтобы вы потаскали. Чтобы не прям не... Давайте. Опа! Энечка, все мое. Знаете, какая стервоза ты, моя золотая. Все твое? Вот она, вот она, вот она. Сейчас она, пока сама не удовлетворится, никому не даст. То малыши будут тягать. Энька, так вкусно. Какая вкусная травка выросла у нас из пшеницы. Просто зернышки пшеницы. Я их в землю туда засыпала. Смотрю, уже пробилась. Сейчас покажу. Вот так. Там была какая-то как вата. Я ее сразу выбросила. По прошлому разу помню, чтобы они мне не наелись ее. Потому что знала, что она вот так. Вот так вот, представляете, сколько корней. Обалдеть. Во, вот такой вот пирог. Пирожок. Ну-ка, ну, я им дам. Потом, короче, эту землю, если что-то останется, заберу. Найте, найте, найте. Сунгер. Извозюкайтесь напрочь. Забирай, забирай. Акса, акса. Тан-тан-тан-тан. Ну, пусть поиграют. Пока гуляем. Вот такие вот у нас развлечения, ребята. Вот так мы выращиваем пучками трав. Вы видели эту картину Репина? Все, сейчас Арпиша хочет забрать. Аксена вот такая стервоза, она тоже никому ничего не отдаст. Видали, как траву урвала? Энька, ты еще не удовлетворилась до конца? Не пускает, не пускает. В очереди стоит шаман. Ну ладно, пусть развлекается. Не могу. Я не могу с них. Вот тут повысыпалась травка, ходят, собирают. Травы не хватает детям. Боже мой! Как же им хочется травку. Кстати, выращивайте. Хорошая вещь, кто дома живет. Собачкам это как вот для кошечек, знаете, продается. Я, кстати, это я покупала в отделе для кошечек. Ну, то есть можно какой обычный овес. Пшеницу, господи. Что там выращивают. Вот так им нравится. Так, а где этот весь пучок? Акса утащила его, да, куда-то? Вот, вот так. Ну, если земли съедят, ничего страшного с ними не станет. Пусть едят. Вон, даже малая утащила одну травинку. Акса спряталась, она у тебя. Это спряталась под коляску детскую. О, боже мой, развлекуха. Кате больше заняться нечем. Вот так, вот так. Пусть все пожуют, Аксенова. Ну... Дочечка ты моя красивая. Ну, как они кусают, кусают. Ой, шаманчик, что там? Что ты там так вкусно кушаешь? Шаганешка. Молодец. Вся в земле. Что? Тебе не дали, Арпиша. Не дали. Что Аксенова на тебя гав сказала? Ах, это ж Аксенова такая хулиганка, скажи. Скажи, такая хулиганка. Вон, у Энечки. Энечка всех отослала, да, подальше. Так, очередь. Эня, ну отойди. Гера. Птички поют. Какая, как птички поют. Эня, отойди. Хватит. На, на, мои хорошие. Нате, нате. Гера, ты уже тут. Ну дай пусть дети возьмут. Гера, отошла. Дай, вот, вот. Малыши, малыши постигают. Гермиона. Бесполезно. Все, оставляем их возиться. Интересно, правда? Не знаю, я кайфую, когда собаки так заняты чем-то интенсивно. Так, а кто там у меня повторуха за мамой повторяет? Ракушка? Обижалка? Жанна пришла. Эти собачки ерунду есть не будут. Вкусная травка. Вот так.